пришли в школу тренеры, на то время это был футбольный клуб «Трактор Минск». Там, ну, просто долго не думая, они пришли, и чтобы, наверное, родители дали, чтобы энергию куда-то деть, просто пошли, прошли какие-то тестирования, ну и так, не думая, начали заниматься. Все, ходили, потом плавно «Трактор Минск» переименовался в БТРМ, Минский район, и все, и начал постепенно заниматься, и, как сказать, степ-бай-степ, там дублируешь состав, и, ну, приросло в контракт профессиональный. Будучи игроком БАТЭ, ты почти 4 сезона провел в энергетике. Какие воспоминания этот период оставил? Ну, я, получается, пришел, когда команда еще была в первой лиге летом. Там вот запомнил, что сразу же вышли в высшую лигу. После этого, ну, соответственно, скажем так, полноценный дебют, там был полноценный сезон за энергетик. Ну, где-то был, конечно, скомканный, там и за выживание боролись, но опыта за эти сезоны набрался, скажем так, нормально хороший. Ну, и после... Когда были игры с БАТЭ тоже, вот две победы, они, наверное, больше такие самые запоминающиеся были. А как возник вариант с вами? В конце, вот когда у меня была травма, на финальной стадии позвонил спортивный директор и договорились, что приехал, это в конце было где-то в сентябрь, пришел потренироваться. Ну, тренировался, все, обговорили условия на будущий сезон, вот на нынешний. И, ну, скажем так, особо не думал, просто пришел, все понравилось, и коллектив на то время, и тренерский штаб. Но я довольно долго восстанавливался и параллельно индивидуально занимался, поэтому, ну, понятное дело, как и все, наверное, втягивающая неделя будет. Ну, работаем, я думаю, что не хуже остальных. И какие цели перед собой ставишь в этом сезоне? Ну, конкретно индивидуально там не буду особо разглагольствовать, там какие-то лозунги давать. Просто скажу коротко, что индивидуально и команда меньше пропускать и больше забивать. Как индивидуально, так и команда в целом.